Здрасте! Поехали! Я хочу дослушать трек. Реально хочу. Мне он нравится, он меня успокаивает. Против меня лич, заебись. Your turn to pick. Ну ладно, затащишь. Я с Ларка не буду брать этого лича. Ну все, найс, поехали в Рескингом, ебашите снова. Ну чё, Дазл, готовься, сейчас нас будут ебашить там. С АФК лесником нашим. Ты откуда? Чё? Ты не услышал или что? Что не услышал? Что? Вопрос. Какой вопрос? It's as certain as my choice of air. This one is in the bag. Эх, сейчас бы Соло Хардера иметь в команде. И лесника Африка. Эх. Чё, го умирать на руну? Го умремся на руне или нет? Мы идем умирать на руну или нет? Конечно. Ну поехали, го. Надо умереть там. Я точно знаю. Куда же без этого? Да изи умрем в лоу. Сейчас снова отлича и поехали. Отлетаем. Тем более, если придет Виверна, то мы точно умрем, поверь. АФК лесник забирает баунти, смотрите, смотрите. Повезло. Что-то я подзадрочил баунти руны в последнее время. Раньше проигрывал АФК лесникам дуэли. Ох, Аксик подъехал. Шепот. Тис, your honor.
War is torn. All mine. Tis I. We are in agreement. Что-то теперь боится подходить. Лол. Походу он понял. Он просто не знал, как у тебя скиллы работают просто. Это все. Нихуя себе, я сапог нафармил. Я к тебе не иду, походу. Или... чё? Я не иду. Я, короче, не иду. Эх! Да не знаю, плохая идея. Я хочу ПТ сначала. Все, есть ПТ. Ну, было там не убили никак вообще. Кура, кура, осторожно, кура. Эх, сейчас бы стан кинуть, но нет, на 5 левел. Смысл проебывать ману, если... Вот теперь можно стан кинуть. Вот теперь подойди, я тебе въебало просто заряжу. Снарядик. С привет там, от папича. Лови ядро, сука, я хочу просто снаряд в тебя кинуть. Питер, блядь, я бы кинул его просто даже без ударов. Потому что, как бы... У меня фулл мана, а зачем мне фулл мана? Я хз. С фулл маной только дауны бегают. А я не могу кинуть сам далеко, лол.
Ты можешь что-нибудь курочку апнуть? Да, я тебе стоп дать. Сейчас все будет. На, наконец-то. А, меня убивают, походу. Воу. Не, ну, на самом деле я ничего не мог сделать. Потому что, короче, два замедления этих, я не мог убежать там никак. Ну, в принципе, не все так плохо. Могло быть намного хуже. Лол. Я сейчас бы реинкарнацию иметь, но нет. Осторожно, увлеча шестой. Сейчас придет, разъебет нас изи вообще. Дай мне шестой взять, а то нас разъебут. Изи. Go, go, go! Why you back? Nice. Go, kill. I go kill. I don't care. Да. На! Очередной! Помогло тебе дерево, сын дерьма ебаного? А я закуплюсь, мне поебать. Даже танка тратить не буду, я просто закуплюсь. Я знаю, что я умер. Сейчас еще кину вам стан перед смертью. На тебе, тролляка, стан. Да я закупился, мне похуй. Но я должен был это сделать. Ой. Да. А теперь мы проигрываем, на самом деле. Дай мазок разок. The race is deathless. Если бы не та курица, я бы сказал, что мы выигрываем. Но нет, мы проигрываем. Курица зарешала. Да хуя дала. Команде вражеской. Лол, мы оба зафейлили, кстати, только что. Ты два раза так сделал, лол. Короче, походу он батит этот лич. Я не знаю, что лич делает. Он хочет умереть или батить? Ну ладно. Эх, сейчас бы тролля пофидить. Да никак, блядь. Джаггер, пока я развернусь, нужно 100 раз убьет.
А чё, Даггер скоро у Акса или нет? Короче, я здесь боюсь стоять уже. У него Даггер, скорее всего, скоро. Все-таки он фармил. Найс. Если мы отдадим троллю Рошана, мы тут очень жестко уже проигрываем. Потому что у меня ничего нету, очевидно. А, ну он со мной типа фармит, ладно. Я тоже критовать умею. Короче, мне даже не пишет герой. Нихуя себе там СФ роплит. Так я умер? И все, Аксадаги, я же умер, правильно? Я тут постою, сзади. Чтоб не умереть. Че ты изи фраг? Да. Может, дадите мне стан дать? Ясно, как... Ну так го, но я не знаю, ульты нету, ничего нету, мана нету, нам пиздаясь еще. 7 стиков есть у тебя. Не поможет. Надо фул вода. А вот так вот, конечно, найс лоу. Тролль даун. Конечно, на что тролль рассчитывал, я хотел. Ну я пойду АФК фармить, а то у меня ничего нету. На самом деле Джаггеру лучше. Да нет, Джаггеру лучше, поверь. У нас Лина не особо отфармленная. Пусть Джаггер берет. А сейчас бы 11 взять. Но где? У меня тут все, вся карта фармится. Пацаны. Хотя вроде лес свободен. Эх, сейчас бы пофармить в лесу АФК. Было бы неплохо в пятером пойти через минуту ровно. Например, на мидос. Wise counsel.
you afraid of? My word! As you advise. Да, мне нечего делать на карте. Пункта нету, фармить негде тоже. У меня ульты нет, меня убьют тут точно, если подойду. Go 5 mid. Почти ульта есть, я типа сейчас скоро подойду. Я боюсь пока. Все, я пошел. Догоняем? Зафиксировал лича! Фиксирую лича! Найс! Крит не сбил, охуеть! Вы видели, что лич сделал? Просто крит сбивает. Эпик, почему? Вы видели? Он мне ультом критуху сбил. Просто охуеть. Эх, сейчас бы барабаны подрубить. Но нет. Но Джаггер не хочет, лол. Ну а Эгиса уже походу не будет, правильно? Ну все. Ой, ой, ой. Я со Сеулом. Я иду. Го его, что-нибудь сделаем. У него ТП было, да? Улетел, да. Ему типа опять не нравится, что я с ним хожу, наверное. А где мне ходить? Как у меня заебал этот Джаггер ебан. Где мне фармить пол? Подходи, Лина. Ну пока Акса нету, мы можем, не знаю, или не можем. Ты умер, походу, да. Я пиздец, или нет? А, не, я умер. Их там 4, тебя убил сейчас. Или не бояться, лол. Подожди, там... Вон Джаггер, вон Джаггер. Сейчас он ебанет. Что-то Никита даун, я не знаю, они могли убить нас двоих. О, Акс подъехал, Солянова. Я даже никого не могу забрать, просто... Да они сами отдают игру, лол. Что-то и вообще... Go. Сейчас барабаны подрублю. Хотя нет, мне жалко, у меня последний заряд. Сейчас Акс в троих.
Axe coming, careful. Найс, я затанковал, конечно. Мне аж самому понравилось. Да, туда не подойду. Go back, it's over. А, походу, единственный, кто не русский, умер. Эх, сейчас бы Sacred Rally купить. Эх, сейчас бы их лес пофармить. Меня нету. Смотрите, не умрите там все. Ясно. Я не успею. Классно. Ну типа, вы ему БКБ сейчас дали. Плохо. Ну, у него сейчас БКБ будет. Или уже есть. Короче, хуёво все стало. Есть БКБ у себя. Ну, у тролля я имею в виду. Надо, чтоб Лина ебашила тролля ульту, иначе никак. Go на Рошана все. Go Rosh 5. Guys, go Rosh 5. Рошан появился, го. Джаггер, come rush, or we all die here. Джаггер, come rush, or we all die. Come rush now. Come take Aegis. Оп! Изи! Что-то сегодня добивается. Фокус тролл. Болс ульт тролл. Донт асеп. Болс ульт тролл. Джаггер ульт, Лина ульт тролл. Cause I can kill SF, but I can kill troll. Your king moves of his own accord. Tis your honor. Actions бы ебануть. Оооо. Что прокол? Я здесь, парни! Ебашьте меня! Ой-ой, Виверна, что-то... Что-то я затанковал, что у них уже минус раксы. Блять, Врейс Кинг, что-то имба. Сейчас бы Врейс Кингом поиграть. They still can win easily. Go...
Был ганг, I don't know. You are in my presence. By any measure. There are wraiths among you. Careful, careful. They still come in. Very easy. Why are you dying? I don't understand. Why? Nice. I walk among you. Ну, конечно, Джаггер за цепочкой. Не без этого. Ну так играй лучше и не пройдем. Эх, сейчас бы лотарчик купить на Джаггере. Вместо нормальных итемов. Пиздец. Мы из этого уеба сейчас сольем еще. Go top, yes. I walk among you. Pull back. Нас завалят двоих тут 100% инфа. You are in my presence. Найс. Только тебе пизда, походу. Да, в Райскинг это вам не шутки. Пиздец, это в Райскинг ебаш. Видели, сколько я там сделал? Просто охуеть. Этот бойтмейл во все там. Меня еще зафокусили. Аксу пришлось дать ульт на Райскинга, потому что я под, короче... Под Грэмом в самый последний момент. Ну или на то, что успел дать ульт, это пиздец зарешало. Мы убили сразу СФа и good game will play. Там вообще Джаггер влетел, это вообще не была борда. Эх, сейчас бы в Райскинга пикнуть. Лучшего героя в доте. Тролль, конечно, хороший герой, даже имбовый, но... Но. Careful, Axe. I have no ult. I dead. Ну я не потерял денег. Жалко, я казарму не додумался добить. А следовало. Чё-то я походу ошибся, я даже казарму не добил. Надо было добить. Ну ладно, у меня есть джелнир, короче, как я возражусь. То, что я закупился, это конечно найс. Конечно, найс. Что у Лины игра не идет. На самом деле, если бы Лина была против меня, этот челик нормально играет, просто у него игра не идет. Если бы он был против меня, у него было бы сейчас уже 20-0. Ну, 24 было бы. Как бы это дефолт, потому что у Лин за меня игра не идет никогда. А против они так ебашут, что просто сжигают всю картишку. Эх, сейчас бы вышку на медосе задынаить.
Your middle tower has been denied. Go away! As you advise. What a treachery! War is torn. Go meet five. Easy. Prince, your king is here. Just focus troll. Everything they have is troll. I'll consider it. Jagger, just come mid. Don't go there. Keep your thoughts to yourself. What are you afraid of? Just come mid, what the F. By any no, why? We don't need to wait next rush. Troll will get satanic. It will be very hard. Go mid. Нахуй он спорит, пидорас ебаный. Если ему сказали идти мид, значит он должен идти мид, потому что, блять, он никто лучше. Он не понимает ничего, а я понимаю. Если я говорю идти мид, значит надо идти мид. Нахуй играй против тролля сатаника, это тяжелее намного уже. Найс! You see? We don't need Roshan. It's easy. Видите, насколько непонимание игры может зарешать? Челик хочет ждать, а ждать не надо. Ждать нихуя не надо, потому что мы намного сильнее. Потому что есть Джолнир, есть Радик, есть Бойдмейл. А у них БКБшки уже 5 секунд, и тролль... Единственное, что троллю может помочь, это сатаник. То есть, нам надо было идти 100%. У нас у всех есть итемы, у всех героев, даже несмотря на то, что у него аватар. Просто минус 2 800, anyway, у него все равно итемы. Порядок. Так что... Я хз чего боялся, мне это непонятно. Я этого не понимаю. Тем более у нас Батрайдер. Который нам позволяет как бы... Прямо на них переть. Потому что я танкую, а Батрайдер, если что, одного выцепливает. И там вообще изи. Такая тема, что когда я кидаю стан, вот свой, у них выбор, или нажать БКБ, или умереть. Просто на мой стан. А стан КД 8 секунд. Понимаете? Если не нажимают БКБ на мой стан, то или Батрайдер хватает, или Лина дает ульт. Одно из двух. И на этом финиш. Так что... Джаггер не шарит вообще. Найс, гайс, найс. Хорошо выигрывать в доту. Не то, что проигрывать. Ну да, да, что ли. Хорошо линию стоял вообще. Ну Лина тоже норм играла. На самом деле. Просто игра не так. Ну, средняя игра для Лины. Так, в принципе, те два инстантных. Ну как инстантных? Как только она смогла, так и дала ульт ВСФ, это было отлично. Просто она дает сразу ульт ВСФ, и мы сразу выигрываем каточку. Заметьте, этот ВСФ реально так себе. Как для своих ВТС. Хз, может его замутить? Я потом подумаю. Так, ну я все в любом случае, так что... Так что... Этот чел был в муте, я его размучу. В принципе. Журавлик. Или не размучивать, у него много ПТС. Нет, я его замучу. У него слишком много ПТС, а его уровень игры не соответствует его ПТСам. Он играет где-то на 5600, на 5700, не больше.
не дальше. У него слишком плохая ПТС. Он столько не заслуживает, надо муть. Чтобы типа понимать, что у тебя в команде сейчас ТД. Ладно. Так, ну пока я уже сегодня три раза стримил. По сути, за день у меня, смотрите. По сути, одну игру выиграл, считай, за день. Вот. Плюс 24, минус 26, минус 25, плюс 25, плюс 24. И одна игра еще у меня была, сервер просто упал. Когда мы начали выигрывать, у нас был шанс примерно 60% на победу, и Вольва уронила сервера. Если бы не та игра, то у меня было бы сегодня уже 6700, но нет, сори. Ну, может бы и не было, но скорее всего было бы. Так что спасибо Габену в очередной раз, и всем пока. До свидания.